Был корабль, который направлялся в Рим. И Павел говорил о том, что здесь будет сильный ветер. Поэтому давайте мы немножко подготовимся и отправимся в путь. Однако... Мой начальник верил больше хозяину корабля. И поэтому они отправились в путь. И был попутный ветер, и думали, что будет все хорошо. Прошло немного времени, поднялась буря, называемая Евроклидон. Знаете, когда я читаю немножко о тайфуне, Обычно тайфун образуется в экваторе. В связи с тем, что в районе экватора очень высокая температура, воздух начинает нагреваться. А когда воздух нагревается, тогда он становится легким и поднимается вверх. После того, как горячий воздух поднялся вверх, Холодный воздух заходит в эту пустоту, которая оставила горячий воздух. И постепенно начинает образовываться тайфун, и тайфун поднимается на север. Как вам хорошо известно, земля крутится с запада в восток. И поэтому тайфун начинает поворачивать в сторону востока. И получается, идет в направлении северо-востока. И постепенно слабеет и слабеет. И в Харе мы часто видим, как тайфун поднимается и с юга, и поднимается, и потом уходит в сторону Японии. И до сих пор не было случая, чтобы один тайфун находился в одном месте на протяжении 14 дней. Обычно, если говорить, что сегодня поднимется тайфун, тогда завтра он уже уходит. А здесь рассказывается, что в Средиземном море 14 дней был тайфун. У них не осталось надежды, что останется живых. Они оставили свои вещи. Впоследствии даже вещи корабля начали выбрасывать. В корабле находилось 276 человек. И все они оказались в отчаянии. Ни у кого не было пути спасения. Но в этом корабле находился Павел. В то время ни у кого не было сотового телефона. Если бы в то время была бы очень хорошая рация, которая может связать его с домом, то, может быть, он бы и сказал, что мы тонем. Путешествие на корабле подобно нашему жизненному пути. Когда мы встречаем попутный ветер, тогда мы можем очень хорошо путешествовать. Нам будет очень радостно. Но когда корабль встретился с тайфуном и находится в секунде гибели, люди начинают искать богов. По разным методами ищут Бога. Нет другого Бога, который бы как Господь Бог, в Которого мы верим. Бог, Он отличается от иных богов. Господь Бог дал нам Библию, которая состоит из 66 книг. И Библия — это Слово Бога. Это удивительное слово Бога. Говорят, что Моисей написал Бытие. Диане написал Лука. Хотя писали люди, но когда они писали Библию, они не писали из своей головы. они писали Библию через откровение, которое дал Бог. Поэтому слово, которое из Библии, это слово Бога. Бог, в которого мы верим. Иные Бога просто стоят, и они требуют, чтобы мы что-то делали для них. Однако мы же, читая Библию, можем узнать сердце Бога. По сердцу Божьему мы можем быть вместе с Ним. И вот самое большое различие Бога от других богов. Господь Бог послал ангела и сказал Павлу: Павел, ты должен будешь встать перед Кесарем. В последнее время мы из мемсинской Школы изучаем книгу Дьяния. Павел побывал в путешествии по вере в Азии. Затем он направляется в Рим. Извините, он однажды направился в Иерусалим? Тогда окружающие Павла сказали о том, что тебя схватят, и ты будешь предать язычникам, если войдешь в Иерусалим. И каждый раз, когда Павел посещал какую-то церковь, они прощались как будто последний раз. Например, был даже такой случай, что Павел всю ночь проповедовал, и Евтих упал с окна. Почему же они так много обсуждали и общались? Потому что это была последняя встреча с Павлом. Люди просились со слезами, чтобы Павел не шел в Иерусалим. Однако через откровение Господа Бога Павел знал о том, что ему нужно пойти в Иерусалим и в качестве узника отправиться в Рим и стать перед Кисарем. И он сказал, что я должен стать в Риме. И Павла схватили, и уже в качестве узника его посадили в корабль, который направляется в Рим. Написано, что 14 дней не было видно солнца, ни звезд, и продолжалась буря. И у всех исчезла надежда к спасению забыли, что такое сон. Но однажды Павел стал перед ними и говорит, послушайте меня. Надлежало послушаться меня и не отходить от Крита. Но не нужно бояться. Мы потеряем всего лишь корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я, сказал мне, что, Павел, ты должен стать перед кесарем. А поскольку кесарь находится в Риме, это значит, что я попаду в Рим. Поэтому никто из нас не погибнет. Да, мы потеряем корабль. Люди услышали слова Павла. и это было Слово Бога. Хотя они не могут лично слышать голос Бога, но через Павла они смогли услышать Слово Бога. То же самое и в нашей жизни. Наша жизнь подобна этому путешествию на корабле. Бывает, что любимый человек заболел и не может стать с постели. Представляете, как страдают, когда любимый сын заболел и не могут помочь ему? Или когда компания мужа находится в стадии банкротства? В нашей жизни разные проблемы приходят к нам в виде бури. И тогда, когда вы встречаетесь с этой бурей, Люди, которые имеют Бога в душе и не имеют, они будут обычно не одинаковыми. Но те, которые имеют Господа Бога, и те, которые не имеют, будут отличаться, когда встретимся с проблемой. Было 276 человек. Да, не все они верили в Бога. Только один Павел верил в Бога. Другие же не могли слушать голос Бога. Остальные же услышали слово Бога через Павла. Значит, мы не погибнем. Мы сможем выжить. Мы можем увидеть, как их сердца меняются. Был один брат по имени Хоинсу. Сегодня сестра свидетельствовала, что у нее лейкемия. Да, в нашей жизни бывают маленькие или большие проблемы. Тогда, когда мы верим в Бога, для чего нам нужен слуга Бога? Поскольку вы не можете жить близко с Богом, как люди Божии, хотя вы верите в Господа Бога, но ваше сердце находится вдали от Бога, А человек Божий все-таки изучает сердце Божие и хочет передать вам. Даже если вы не можете прямо общаться с Господом Богом, не знайте сердце Божьего. Но те, которые слушают Слово Человека Божьего, могут получить Слово Божие и выздороветь от болезней даже люди ведут духовную жизнь. Когда они встречаются с бурей, они начинают паниковать, к ним приходит хаос. И в этот момент те, которые верят в Бога и также в слугу Бога, когда они принимают слова «слуги Божьей верою», тогда можем увидеть большие перемены у них. Я встречался с очень многими больными людьми, те, у которых был рак, те, которые находились при смерти. Некоторые люди, когда становятся перед смертью, когда я открываю Библию и передаю Слово, они просто верят в Слово. Сестра Ким Юньо, которая живет в США, я впервые видел такую сестру, как она. Например, она что-то мне говорит, я говорю, сестра, это не так. Вот так говорится в Библии. Потом она говорит: Пастор, вы правы. Когда люди заболевают с болезнью рак, у них есть свои знания, есть свой способ. Но свой способ, свой метод. Послушайте, пожалуйста, внимательно. В нашей церкви есть некоторые братья которые намного духовнее, чем я. Конечно, я не могу сказать, что они знают лучше Библию, чем я, но есть те, которые больше любят Бога, чем я. Но тогда, когда вы не знаете, вы общаетесь со Слугой Божей. Это касалось брата Хоинсу. Он умирал из-за болезни ликемия. Его друг Ким Дэйн увидев, как его друг умирает, ужарился и передал ему Евангелие. Брат Хоинсу, услышав Евангелие, получил спасение. Затем брат Ким Дэйн приезжал к брату Хоинсу и однажды подарил книгу, которая называется «Хотя больно, здоров». Это рассказывает самое свидетельство. Брат Хойнсу умирал из-за болезни ликемия. Несколько раз перечитывал эту книгу, и что он обнаружил? Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получится и будет вам. Когда он прочитал это слово, оказывается, ликемия это не проблема. Надо просто поверить, что я здоров, тогда я выздоровею. Такая вера образовалась у брата Хуэньсу. На том месте сел на колени. «Бог, позволь, чтобы я выздоровел. Я верю, что ты вылечишь меня. Все, теперь я здоров». И брат Хуэнсу встал с постели. Еле-еле стоит на ногах. Он вошел в кладовку и взял инструмент, чтобы опираться, и, качаясь в сторону, Пришел на поле. На поле отец с мамой работали. Они увидели, что их больной сын идет на поле. Родители испугались. Иисус, что случилось? Папа, я хочу тебе помочь работать на поле. Я уже здоров. Родители думали, что они потеряют сознание. Говорят, что люди меняются при смерти. Наверное, Иисус скоро умрет. Иисус, все хорошо, здесь нечем заниматься. Все, 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 идем, идем, идем в дом. И они застащили своего сына в дом, положили его в постель. А родители же в другой комнате плакали, думая, что их сын умирает понимая, что сын скоро умрет. Отец, который не знает Иисуса, как может иначе думать? Но с того дня Иисус начал меняться. Он даже побывал миссионером в Африке. Он был служителем. Да, у него не было веры своей. Но через книгу, Услышав, как пастор Уксупак исцелился от болезни, он поступил одинаково всего лишь. Но через месяц он полностью выздоровел. И с того момента он говорит, что он здоров. Брат с того дня стал полностью здоровым. И каждый день выходил на поле помогать родителям. И родители были поражены. Он передавал многим людям Евангелие когда они получили спасение. А также, веруя в слово, которое передавал брат Хоинсу, многие получили здоровье. Да, у нас порой бывает нет веры. Тогда чем вы будете заниматься? Когда у вас нет веры. Когда вы не получили спасение. очень сложно, читая Библию, самостоятельно получить спасение, самостоятельно приобрести веру. В последнее время мы через программу Zoom или через телерадиокомпанию передаем слово. Многие служители через движение СЛФ получили спасение. Как они приобрели веру? У них не было веры. Но слушая слово Уксупака, они поняли, что А, это есть истина. Прежде чем верить Слову Бога, они поверили словам Уксупака. А мои слова были по Библии. И когда они получили спасение, они стали меняться. Тогда скажите, что должен сделать сатана? Знаете, почему люди пускают слухи о том, что я воровал деньги? Потому что нужно разрушить веру. Знаете, почему сатана это делает? Чтобы появилось неверие их слуги. Но нужно ведь иметь доказательства. Но люди, слушая голос сатаны, просто верят в слухи. Да, если, например, я присвоил какие-то церковные деньги, должны же быть доказательства. Но послушайте. Кто-то говорит, что я присвоил 150 миллионов долларов тогда. Ведь должны же люди, которые потеряли эти деньги. Но таких нет. Когда я был в Теджоне, счет церкви был на мое имя сделан. И когда мы строили молитвенный дом, были деньги, которые входили в счет, а потом уходили. И во время суда об этом стало известно. Но хотя это банковский счет был на мое имя, но это было церковным. Поэтому судья посчитал, что это не проблема. Но подобная информация вышла. И люди начали придумывать разные истории. Для чего? Потому что сатана искусил их. Когда человек получает спасение и впадает в грех, я видел, как многие становятся психологически нездоровыми. Они смотрят только в одну сторону и следуют за руководством сатаны. Люди, слушая подобные истории, многие люди оставили веру в Бога. Они начинают не верить в церковь. Но даже при жизни Иисуса, дьявол действовал подобным же образом. Как говорится в Библии, обвинение на предсвитеров не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. И Павла, и Петра называли еретиками. И сегодня люди продолжают говорить об этом. Что важно, когда мы доверяем слуге Божьему, тогда мы не можем доверять другим. Слуга прав. Он говорит по слову Бога или нет? Если он говорит по Библии, тогда нужно принимать через слугу слова Библии. Павел сказал, «Я говорю, что мы окажемся в Риме». Он не так сказал ангел, которому я служу, сказал мне, что ты пристанешь перед кисарем. И действительно, Павел стал перед кисарем. Закончилась буря, и корабль был разбит. И в маленьком острове они остановились. Те, которые умеют плавать, они доплыли до острова. А те, которые не умеют плавать, на останках корабля смогли доплыть до острова, и никто не погиб. Потом, когда они оказались на острове, было холодно. И они делали костер. Но среди деревьев была ядовитая змея, которая ужалила Павла и повисла. Все люди увидели, что змея повисла на руке у него. Но Павел снял змею и пожарил на огне. У меня был друг, который хорошо ел змею. Знаете, он ловит змею, потом на месте разделывает и готовит ест. Но Павел же не стал есть. Это здесь не написано. Но все люди сказали, вот этот человек спас от моря, Но небо не простило его. И поэтому его ужалила змея. Павел же думал по-другому. Нет, ангел Божий сказал, что я перестану перед кисарем. Если я сейчас умру, я же не могу стать перед кисарем. Он бросил змею в огонь, и с ним ничего не случилось. Да, все жители острова были в изумлении. Как этот человек должен погибнуть? Почему же не умирает? А, наверное, это Божий человек. Это Бог. И когда Павел молился, люди выздоравливали от болезней. И мы можем увидеть, что Павел таким образом исполняет волю Бога. Что важно? Когда корабль путешествует, встречает и бурю, встречает и ветер, встречает и трудности. Бывает, когда путешествие радостное. Это и есть наша жизнь. Даже если до сегодняшнего дня было все хорошо, никто из нас не знает, что будет завтра. Даже если мы сегодня были здоровыми, мы можем заболеть завтра, у нас могут быть трудности к нам могут приходить разные несчастные случаи. И в этот момент, что важно, то, что человек может и Бог отличается, люди веры, которые верят в Бога, поскольку имеют общение с Господом Богом, мы надеемся, что Бог поможет, и веруя, что Бог будет действовать, все будет хорошо. Мы славим Бога. Мы благодарим Господа Бога. А люди, которые не имеют Бога, вроде бы видел ей духовную жизнь, но когда встретились с испытанием или проблемой, да, можно попадать в мысли, ничего страшного. Иногда бывает, что и физически тяжело устаем, когда становится трудно, когда находимся в страдании. Когда находимся в при церкви, когда находимся при церкви, когда мы встретились с проблемой, мы можем через Слугу Божию решить проблему. Братья и сестры приобретают веру и исцеляются, таких свидетельств много. Поскольку у них нет веры, они верят в Слугу Божию. Каждый раз, когда я говорю им, они говорят, «О, пастор, вы правы!» Действительно, это по слову. И когда они верой принимают слово, Господь Бог удивительным образом действует у нас. Когда я смотрю на сестру Юнок, однажды я был в Далласе, И сестра Ким Йонок приехала вместе с мужем. Приехала к нам на конференцию. И мы беседовали с ней. Я спросил у этой сестры. Сестра, я встречался с очень многими братьями и сестрами. Но неважно, какое положение у них. Я всегда открываю Библию и передаю слово. Но вы всегда говорите, «Пастор, вы правы». И другое вы ничего не говорите. И я спросил у нее. Сестра, как вы легко можете принимать все мои слова верою? Знаете, что она мне сказала? Пастор, я же при смерти. Разве у меня есть другой выбор? Я же хочу жить. Она говорит, я же умираю, поэтому у меня нет другого выбора. Однако я встречался с многими людьми. Хотя умирают. Есть люди, которые не верят, хотя умирают. Но есть люди, которые не принимают спасение, хотя умирают. Есть люди, которые кричат, перестань говорить слово. Люди отличаются. Но Господь Бог удивительным образом проводит линию и действует, чтобы кто-то из родственников мог получить спасение. Господь ведет, чтобы эта душа получила спасение. А сатана делает, чтобы этот человек противился. Иногда родственники приходят, мешают слушать слово. Я видел многое. Вы не представляете, сколько я людей видел. Находятся при смерти, если перестанет дышать то представляете, как этот человек без Бога будет дальше идти. Но в большинстве случаев, если мы смотрим на людей, люди говорят, «Хочу, я хочу слушать». Но ведь родственники так противятся. Ладно, в следующий раз. Есть и такие люди. Есть те, которые говорят, «Все, мне это не нравится». Достаточно, вы сказали. Есть пастор Лихом Мок. Когда еще его отец был жив, однажды двоюродный брат пастора Лигумок пришел ко мне и сказал, что пастор у меня дядя заболел болезнью рака и умирает. Вы бы не могли бы передать ему слово? Мама пастора Лихмок в то время она очень сильно верила в Будду. В те годы она не могла ездить на машине. Она всегда ходила пешком. Она ходила 50-70 километров, чтобы просить помощи у Будды. И я с двоюродным братом пастора Лигумок, мы пришли к отцу пастора Лигумок, чтобы передать слово. Но мужчина сказал, «Выходи! Уходи!» Внимание, сказал, дядя, ты должен поверить в Иисуса и попасть в Царство Небесное. Но дядя сказал, даже если я умру здесь, я не буду верить в твоего Иисуса вон отсюда. Я был вынужден уйти. Я подумал, интересно, почему же у него такое отношение? Я понял. До сих пор он ведь верил в Будду. Может, он боится, что если он предаст Бурду, тогда попадет в ад? Прошло три дня, и мы снова пришли к нему. Но, честно, мне не хотелось идти к нему. Но мы пришли, и я сказал, здравствуйте, есть кто-нибудь дома? Нет ответа. Мы открыли дверь. Мужчина лежал во дворе. И мы очень аккуратно вошли в дом и сели на колени. Но вдруг мужчина встал и начал идти к нам. Я подумал, что он сейчас ударит меня по лицу. Но вдруг подошел, взял мою руку и говорит, «Пастор, я хочу жить. Пожалуйста, спасите меня». Он открыл сердце свое. В тот день он получил спасение. И его супруга получила спасение мог получил спасение. Все получили спасение. И, к сожалению, прошло немного времени, и он умер. Но когда он умирал, он находился в радости и благодарности. Когда родственники хотели сделать ему укол, он говорил, «Не надо делать мне укол». Мы же живем бедно, поэтому не надо тратить деньги. Я все равно стану перед Богом. Всегда находясь в радости. Он прожил месяц и вернулся к Богу. И вся семья его пришла к Господу. Пастор Лихон Мок, пастор Лихон его сестра стала супругой пастора два сына стали пасторами, а три дочери стали женами служителей. И все они стали выдающимися служителями. Их мама очень любит Иисуса. Она верила в Буду, но теперь верит в Иисуса. И так искренне она служит Богу. Сейчас она уже в очень пожилом возрасте, но до сих пор жива и она такая же, как и раньше. Когда они приняли Евангелие, когда сердце Иисуса вошло в их сердца, то Иисус поменял все их мысли. Когда встретились с бурей, да, корабль разрушится, я, может, не встречусь с родственниками, как будут без меня жить мои дети? как они будут заканчивать учебу. У людей, которые находились в корабле, были множество переживаний. Они не верили в Бога. Они не служили Богу. Было 276 человек. Но только один Павел верил в Иисуса. Несколько дней они мучились, буря, поэтому не могли есть, не могли спать. Но Павел встал и говорит, что он говорит? Давайте посмотрим. Ш вот что говорит Павел. Это 21 стих. И как долго не ели, то Павел встал посреди них и сказал: Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы всех затруднений. Теперь же убеждая вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что он будет так, как мне это сказано. Вот что сказал Павел. Эти люди должны были поверить в слова Павла. И они поверили. И увидели, как все, что сказал Павел, происходит. Конечно, будет хорошо, если у вас будет такая же вера, как у Павла. Когда вы хотите идти в сторону веры, дьявол разными способами разрушает нашу веру. Люди, которые, услышав Евангелие, получили спасение и радовались, и веселились вместе с нами, порой уходят из церкви и начинают противиться церкви. Скажите, кто продал Иисуса? Юда Искариот продал Иисуса. Он был одним из двенадцати, которых сам Иисус избрал. Что произошло? Сатана вошел в его сердце. И пока Юда слушал голос Сатаны, он что сказал? Вот продашь Иисуса, заработаешь много денег. Желая получить деньги, он продал Иисуса. У Юды все хорошо получилось. Он смог добиться успеха. Нет, его жизнь была разрушена полностью. Как с учеником Иисуса могло произойти подобное. Вы должны запомнить, что даже ангелы, которые были рядом с Богом, впадают в грех. Сатана, он был не с самого начала сатаной, это был ангел Божий. Но когда мы слушаем голос сатаны, мы слушаем не свой голос, Когда мы верим в слову Господа Бога, написанное в Библии, это, через это слово в Библии входит в мое сердце, и это слово побеждает мои переживания, переживает мои страхи, переживает трудности, разрушает все мои негативные мысли и заполняет мое сердце сердцем Бога. Спасенные люди, получив спасение, так радуются. Но постепенно они начинают уходить в сторону мира и думают, ну ничего страшного, буду вести духовную жизнь все равно попаду в рай. Все будет хорошо. Слушает голос сатаны. И даже не проверяя мысли, они начинают противиться Слову Божьему. В истории христианства всегда происходило подобным образом. Говорят, очень редко бывает, чтобы церковь продлилась 40 лет. Сегодня я вижу, как многие церкви, которые имели Евангелие, совратились. Я 30 лет тому назад узнал, что церковь, которая имеет Евангелие, не продлится долго. Поэтому каждый день я боролся со служителями, чтобы они жили по вере. И это позволило, чтобы они не только стояли в вере, но я вижу, как Господь Бог использует церковь, чтобы мы распространяли Евангелие по всему миру. Многие служители получают спасение. Они хотят слушать наше слово. Хотят научиться в вере. Это не простые, обычные люди. Служители больших церквей, христианские лидеры разных деноминаций, известные пастора, получают спасение и меняются. Но, что важно, когда Мартин Лютер провел религиозную реформацию, потом прошло время, и церковь снова вернулась к прежнему. Честь Джона Уэсли началась методистская церковь. Джон Уэсли он был изгнан из многих церквей, поэтому не мог передавать слово в молитвенном доме. Постепенно стало много последователей Джона Веслера и образовали методическую церковь. Если вы посмотрите свидетельство Джона Уэсли, там он точно говорит, как он родился свыше, как он получил прощение грехов. Но методистская церковь сегодня говорит, что они грешники. Постепенно добавляют свои мысли. Да, есть горящее, искреннее сердце перед Богом. Но очень многими вещами сатана искушает вас и умничают, притворяются, что они многое знают, по-своему принимают слово, следуют за голосом, который дает сатана, отдаляются от слова Божьего, и много раз я видел, как люди уходят в сторону плоти. Сегодня мы стоим в последний период. Если вы не будете искушены дьяволом и будете стоять в вере и идти за Словом, тогда через вас будут проявляться удивительные деяния Бога, даже если получили спасение. Да, когда получили спасение, было радостно и весело. Но есть люди, которые следуют за плотью. Потом они начинают оказываться в плоти и становятся противниками Господа Богу. Дьявол легко может нас искусить. И люди, они поступают так, потому что обмануты дьявола. Нашей церкви может быть, вы думаете, что вот слуга слишком резко на это реагирует. Многие люди думают, что их духовная жизнь нормальная. Однако это не так. Совершенно не так. И мы можем впасть в грех. Даже спасенные могут следовать за плотью, следовать против Бога. Они могут следовать за плотскими желаниями. Они могут следовать за своими желаниями. Если мы посмотрим, люди говорят, что проводить рождественскую кандидат — это бремя, передавать слово — это бремя, проводить семинары — это бремя, проповедовать слово — бремя. И все становится для них бременем. Потом приходит мысль, надо отдохнуть. У нас слишком много общения слишком часто собираемся. Если я пропущу собрание, даже не значит, что я попаду в ад. И постепенно начинают уходить в сторону мира. Тогда они уже не могут услышать Слово Бога. Они отдают себе плоти. Сатана настолько сильно их искушает, что даже служители падают в грех. Самсон это был человек, которого Бог поставил. И Бог дал большую силу, чтобы Самсон мог трудиться. Да, с одной стороны, он хотел служить Богу. Но с другой стороны, ему привлекали женщины. И мысли о женщинах всегда заполняли его сердце. И хотя он был человеком Божьим, его конец был очень жалким. Савла Бог помазал царем. Но он не верил в Слово Господу Бога, а следовал за своими мыслями. Он был оставлен Богом. И его конец тоже был очень жалким. Бог, в которого мы верим, это Святой Бог. Бог, который любит нас. И что же Он хочет нам дать? Самое лучшее, что Бог нам дал, это дар Божий. И этот дар Богу, чтобы мы использовали ради Евангелия, чтобы вышли ради Евангелия, тогда Господь Бог будет во всем вам помогать и во все будет давать вам. Вы не представляете, насколько это удивительно. На горе Тедок мы построили конференц-зал. И пользовались ею 23 года. Помню, что когда мы построили, это было очень хорошее здание. Но уже много времени прошло. И поэтому что сказали мне служители? Пастор, давайте сделаем ремонт. И начиная с марта этого года мы начали проводить ремонт. Недавно было венчание некоторых братьев, и дочь пастора Лимичор выходила замуж. Но сейчас, в такой период коронавируса, проводить в с венчание нехорошо. И тогда пастор Лимичор предложил, «Пастор, а что, если мы проведем венчание на горит итог И вчера у нас состоялось там венчание. Три пары женились. И ремонт сделали очень хорошо. И в очень широком, пространном месте. Все, знаете, соблюдая дистанцию, сели. И даже нашлось место, что мы могли немного перекусить. И хорошо смогли есть. И вчерашнее венчание прошло очень хорошо. На самом деле, я не хотел ехать туда. Но Бог допустил. Поэтому я тоже мог участвовать в венчании. За день я отправился из силы и переночевал в городе Тейджон. Передал слово учащимся музыкальной школы в городе Тейджон. И 9 часов вечера я приехал на город Тэдок. И было много дождя. На следующий день была очень хорошая погода. Я проснулся рано утром. час я передавал учащимся школы Линкольн. Потом час я общался с преподавателями школы. Потом проверял, как растут яблони. Знаете, с возрастом мне очень нравятся подобные вещи. Мы посадили 150 яблонь. Есть деревья, в которых появилось 5 или 6 яблок, но их сорвали. Я спросил, почему? Мы сказали, что первые плоды нужно срывать. И только одно яблоко оставили в качестве примера. Получается, вершина этой горы — это сосновый лес. А ниже мы решили немножко срубить деревья и создать там сад. И чтобы каждый школьник мог посадить свою яблоню, дать название и помочь яблоне расти, чтобы они поливали, давали удобрения. И мы хотим, чтобы у каждого было свое яблоня. 150 яблонь мы посадили и очень хорошо растут. Планируем посадить еще 300 яблонь, чтобы там был большой сад яблок. Хотим найти одного человека, который может о них заботиться. Хочу, чтобы осенью братья и сестры приехали смотреть на яблонь. Если посадим где-то 500 яблонь, это будет огромный сад, и вы сможете попробовать яблоки. Знаете, яблони, они честные, дают ежегодно плоды, молча дают плоды среди нас стало много братьев и сестер, которые любят церковь. И среди пасторов появились служители, которые любят Господа Бога не так, как раньше они любили. Вы просите меня, конечно. Но это не значит, что все служители изменились. Ежедневно служители меняются. Некоторые братья ушли из церкви и работают водителями, работают уборщиками, есть те, которые мучаются, мучаясь, чувствуют, что они были гордыми, меняют сердце и потом снова становятся служителями. Даже если пастор, это не значит, что они все такие верные и хорошие. Однажды я приехал в город Пусан, и одна сестра мне сказала, Пастор, как вы такого человека могли назначить пастора? Мне было стыдно. Но я сказал ей, мы все были такими, но изменились. Поэтому не можем не поддерживать таких служителей. Это правда. Да, конечно, если пастор, это не значит, что все хорошие. Есть и недостатки у них, есть слабости. Но наша миссия растет. Но что важно? Чтобы вы... умели верой принимать слова человека Божьего. Если вы не умеете перед словом Бога ломать ваше сердце, пройдет время. Вы будете в вашей душе находиться выше, чем человек Божий. Хотя внешне, может, не выражайте, но вы будете осуждать служителей, будете не верить их, И тогда вашей духовной жизни придет почти конец. Многие люди ушли из церкви, осуждая церковь. Но когда проходит время, однажды один брат мне показал запись переговора с одним человеком, когда я слушал, то у того человека, с которым он общался, уже психология была разрушена. Для чего? С таким злом. Используя обман. Осуждая церковь, говорят, что церковь не права. Ведь церковь это Божие. Очень жалко таких людей. Очень жалко. Но, к сожалению, таких людей много. Один брат, которого я знаю, он получил спасение, ему было очень хорошо. Перед тем, как умереть, мы к нему часто ходили, но он закрыл сердце. Мне было очень жалко. Мне кажется, раз в десять я приходил к нему, но он относится ко мне формально. Слово должно было войти к нему, но из-за неверия Сатана — специалист в этой области. Этот служитель, к сожалению, умер. Из-за того, что он младше, чем я, как племяннику, как брату, я очень хорошо к нему относился, но он оставил только обиду. Порой я встречаю таких людей, не зная, ясно, слушая слухи, которые говорят негативные вещи. Они даже не знают, о чем они слушают. Мы должны иметь функцию разделять, что правда, что нет. И самое главное, надо, чтобы слово стояло в нашем сердце. Сатана таким же образом разрушает жизнь многих христиан. Когда я учился в медицинской школе в городе Тегу, около двухсот братьев говорили о том, что они будут жить всю жизнь ради Бога. Прошло много времени. Ни один из них не остался. Хотя говорили, что будут жить ради Бога. Время идет. И в нашей церкви есть много людей, которые получили спасение. Хотя не все пришли сегодня в молитвенный дом. Но сатана делает, чтобы постепенно люди уходили в мир. И они думают, что здесь ничего особенного нет. Я получил спасение. С такой душой они живут. Однако, так нельзя. Иначе мы потеряем духовную жизнь. Дьявол охватит нами. Послушайте. Даже Петр оказался в искушении. И он пошел ловить рыбу. Хотел оставить служение. Вы думаете, что вы лучше, чем Петр? С вами может произойти то же самое. Слово Божие. Когда мы веруем в обещание Божие, когда у вас не получается верить в Слово, как те люди, которые находились в корабле и поверили словам Павла, они смогли все спастись. Да, хозяин корабля и тоже хотели убежать. Но если бы они убежали, они бы все погибли и поэтому сделал, чтобы никто не мог убежать. Даже такие люди находились в корабле. Мы должны смотреть на Господа. Неважно, в какой положении вы бы ни находились. Часто молитесь и перед Господом Богом. Со скромным сердцем нужно проверять перед Богом. Мое сердце, не стало ли оно гордой? Не стал ли я верить в себя? Есть ли у меня любовь к Господу Богу? Не следую ли я за плотью? Если я стою в вере, как Павел, до последнего дня, сможете спасти тех, которые находятся рядом с вами. Вы станете людьми силы. Не поднимайте ваше сердце. Когда вы станете высокомерными, даже ваши неправильные вещи вы будете считать правильным. Это самое страшное. Делая неправильно, будете считать, что вы правильно делаете. Хотя вы точно делаете неправильно. Противитесь Богу, противитесь Церкви, будете считать, что вы делаете правильно. Все они делают неправильно. Послушайте. Люди говорят, что пастор Успах присылает церковные деньги. Кто лучше знает, те, которые живут в Германии или в России, или те, которые находятся в Корее? Но те, которые живут в России или в Германии, не так думают. Они считают, что никто не знает, только я знаю. С такими мыслями падают в грех и идут к гибели. Апостол Павел сказал, когда я передавал слово, те люди, которые были со мною, никого нет теперь со мной. «Да не вменится им», — сказал Павел. Те люди, которые были спасенными через Павла, ушли. Настолько хитер дьявол. Я, конечно, не все знаю. Но я не думаю, что до пришествия Иисуса осталось много времени. Оставшееся время. Я желаю, чтобы вы жили только ради Евангелия и любили Иисуса Христа. Тогда... В вашей оставшейся жизни будут множество плодов. Не живите ради желаний дьявола. Вы будете жить ради Господа. Павел и все, которые находились в корабле, оказались в Риме. Никто не умер. Благодаря Павлу. Я желаю, чтобы и вы стали такими людьми. Как Павел спас тех, которые находятся в корабле. Я желаю, чтобы вы спасли всю семью, спасли ваших друзей, спасли ваших коллег, спасли многих людей. Вместе пойдем в Царство Небесное. И чтобы никто не остался без этой милости.